Майнкрафт на твой блог, твой реализм. Сегодня я попал в супер нереалистичный мир Майнкрафта. Чего? Это еще и один блок, что ли? И для того, чтобы его сделать более реалистичным, мне придется добывать все больше и больше блоков, чтобы постепенно его улучшать. И да, у меня не получилось все сделать за одну серию. Печалька. И для того, чтобы вышла следующая серия, давайте с вами наберем хотя бы 2 лайка. Я уже буду рад. Но до какой степени мы с вами сможем улучшить Майнкрафт? Смотрите до конца, и вы все узнаете. Если я думал, что на одном блоке, как всегда, будет отлично, то я ошибся. На чем я вообще стою? Я ж надеюсь, это не то, о чем вы подумали. Окей, кажись, нам для того, чтобы с вами улучшить Майнкрафт, нам придется с вами добывать сейчас блоки. В принципе, я об этом в самом начале вообще сказал. Ну ладно. И пока что у нас с вами добыто всего 0 блоков. И нам нужно с вами хотя бы 100 блоков сломать. Но мне кажется, это будет не так уж сложно. Ладно, погнали. И горячая штучка. Это мне что, ведро лавы выпало? Отлично. А для чего оно мне? Не знаю. Может быть, что-нибудь прикольное сделаю. Яйцо призыва курицы. Ё-моё, а мне что вообще здесь будет всякая рандомная вещь выпадать? А, еще яйцо призыва курицы. Прикольно. Акациевые доски. О, доски выпадают. Отлично, отлично. Давай еще. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что это падает? Лазуритовая руда. Изумрудная руда. Железноносный глубинный сланец. Меденоносный. Что? Меденосный глубинный сланец. Яблоко. Дубовое бревно. Во, вот это то, что нам нужно. Делаем прямо сейчас дубовые доски, делаем верстак и отлично. Куда-нибудь его потом поставим. Сразу сделаем себе палочки для того, чтобы сделать какой-то инструмент. И у нас тут с вами есть золотая руда еще. Пока что поставить ничего вообще не могу для того, чтобы улучшить или как-то расширить наши границы. Придется сейчас ждать, когда выпадет что-нибудь полезное. Яйцо призыва коровы. Отлично. Досками, если честно, не хочу. Хочу пока что пользоваться. Мне все равно потребуется сделать себе хоть что-то полезное. Что это еще раз выпало? Ведро лавы. Лазуритовое. О, акациевое бревно. Отлично. Ладно, давайте досками немножечко все-таки увеличим нашу площадь. Все, наконец-то я могу поставить свой верстак. Делаем себе сразу кирку. И мне кажется, все, этого достаточно мне. Хотя, судя по всему, мы с вами ломаем что-то земляное. Поэтому давайте возьмем деревянную лопату. Так хотя бы немножечко побыстрее. Так, что-то выпадает. А это что? Ведро воды. Отлично, то есть я могу теперь сделать бесконечный источник булыжника. Кстати, звучит довольно-таки прикольно. Только мне серьезно пока что вообще нечего ставить. Хотя дубовые бревна выпадают, выпадают акациевые доски. Так, ладно, давайте сделаем тогда немножко побольше палочек. И опять немножко увеличим нашу площадь. Как-нибудь вот так вот. Во, в принципе, нормально, жить можно. Опа. А это что выпало? Угленосный глубинный сла... Опачки, вот это уже пригодится. Еще одно ведро воды, еще одно ведро лавы. Ну куда мне это все? Ход надо мной сейчас просто издеваются. Блин, можно я уже улучшу Майнкрафт? Девяносто семь, 98, 99, 100! Поздравляю, ты улучшил Майнкрафт! Вау, и правда как-то я Нифига себе, это так сундук теперь выглядит. Слушайте, а выглядит он довольно-таки прикольно. И наконец-то я могу понять, что же все-таки здесь у меня лежит в инвентаре. Каменистая земля, карнистая земля, земля. И все. Ладно, может, доски? Доски есть. Акациевые бревна тоже забираем. Земля, бревна. Окей, мы все это с вами забираем. И сейчас мы с вами можем что-нибудь с вами наконец-то построить. И первое, что я предлагаю, это, естественно, бесконечный источник булыжника. Сделать это будет довольно-таки просто. Только, блин, к сожалению, у нас материалы не самые лучшие. Кстати, у нас с вами есть земля. Надо будет ею воспользоваться. На всякий случай, чтобы у нас с вами все время были доски. И у нас здесь где-то с вами был росток. Все, саженец дуба. Садим. Все, пусть растет. А бесконечный источник булыжника начнем где-то вот здесь, наверное, строить. Только, блин, нужно использовать материалы, которые в принципе... что нам не потребуется? Медное. Во, вот это будем использовать. Сейчас здесь все оградим, и все нормально будет. Во, все готово. Теперь нужно все разлить. Главное не накосячить. Здесь вода, здесь лава. Работает. Все-таки кирка теперь пригодится. Наконец смогу сделать все каменные инструменты. А самое главное печку, потому что нужно будет сейчас очень много всего переплавить. У меня, оказывается, есть железо. В принципе, я это и так знал, я это видел. Но все же, кстати, уголек тоже добудем. Благо, прямо сейчас даже можем это сделать. Главное, чтобы уголь не падал вниз, иначе будет очень-очень плохо.
Да, уже сломалось. Ну а на 48 булыжников дерево уже выросло. 48 булыжников у меня есть, и в принципе этим мы с вами можем уже воспользоваться, сделать себе печку. А самое главное — сделать инструменты. Нам нужна кирка, а также лопата. Нет, нам еще нужен топор. Ну забыл, ну со всеми бывает. И так как у нас с вами булыжник остался, печка так как у нас с вами тоже уже имеется, надо, кстати, ее куда-нибудь поставить, например, вот сюда. Нужно как-то воспользоваться булыжником и, например, оградить место, где у нас с вами будет выращиваться деревья, чтобы когда мы с вами их добывали, ничего не падало вниз, иначе будет очень-очень плохо. Все эти расточки, палочки, все это нам нужно. Пожалуйста, пусть мне хватит. А, кстати, что мы вообще с вами садили? Это акация, да? Это акация. Нет, это дуб. Надо будет еще немножко расширить, потому что, ну, как-то маловато очень места. Я думаю, если еще немного добуду, никто не обидится. Кроме меня, потому что булыжник все время падает в лаву. Саженец все-таки выпал, садим его. И еще немножко увеличиваем область. Во, намного лучше. Мне главное, чтобы по-хорошему вообще земля как бы падала. О, слушайте, а добывать мы стали с вами в разы быстрее. Правда, непонятно, что мне вообще падает. А падает мне, кстати, много всего полезного. И, блин, опять эта земля. Хотя, подождите, я, кажется, могу уже и от нее избавиться. Вот, садим сюда, сюда, сюда. И лопатой проходимся. И добываем. Теперь это обычная земля. Отлично. Значит, можем заодно сразу еще несколько мест землей затыкать, чтобы мы могли с вами что-нибудь еще посадить. Ух, я чувствую, я здесь надолго вообще. Но пока что идет все прям очень-очень хорошо. И нам даже выпал дерн. Блин, очень много повторяющихся вещей, конечно. Но радует, что наконец-то выпал дерн, который мы с вами можем использовать для того, чтобы... О, дерево уже выросло. Для того, чтобы разводить животных, но для этого нам потребуется с вами сейчас еще очень-очень много земли и желательно камня. Так, саженцы пока что сюда посадим. Больше нету. И нету. О, есть. Ох, теперь, правда, еще больше булыжника нужно. Ё-моё. Опять стоять, добывать. Не? Интересно. Нифига себе, дерево, конечно, выросло. Но так или иначе, я уже оградил это место. И все, теперь деревья будут расти спокойно, и можно будет их спокойно добывать. Теперь у меня бесконечный источник как булыжника, так и деревьев, что очень-очень хорошо. Осталось только все это теперь добыть. Не, с этими-то маленькими деревьями никаких проблем. Проблем нету. Вот с этим монстром что делать? Вот я тоже не знаю. Ладно, возьму это дерево хитростью и буду потихонечку срубать. 40 дубовых бревен, ну, в принципе, это очень-очень даже хорошо. Мне кажется, то, что нам даже выгоднее будет скоро уже перенести все эти запасы в какой-нибудь отдельный сундук. Нужно будет дом для этого построить, конечно же. Ох, походу, здесь я реально надолго застрял, потому что, ну, мне здесь даже как-то нравится выживать. И это не туда я поставил, сейчас опасно. Железка пусть пока переплавляется. А где уголечек? Вот он. И, блин, кажись, мне не хватит на это железо, да? А нет, хватило. Прям точно хватило? Отлично. Как всегда, я самый гений, я всех переиграл. Вот сейчас хотя бы смогу себе сделать нормальную железную кирку, железную лопату. И еще даже останется. Я молодец. Так, ладно, деревья высаживаем. И надо уже продолжать добывать этот один блок, потому что, ну, пока что. Майнкрафт выглядит, конечно, очень хорошо, но не так, как я хотел бы на самом деле. Вот я вроде как хочу улучшить Майнкрафт, а вроде как хочу нормально его пройти. Чтобы у меня были и мобы, мне хочется. Чтобы они паслись на лугу. Чтобы они радовали своим взглядом. И чтобы я радовался. Построить себе дом, поставить несколько сундуков, все это грамотно разложить. И вот этот вот ужас тоже заменить на что-нибудь. Очень много дел у меня, в общем. Я только сейчас заметил, что, оказывается, у меня же уровень повышается все это время. У меня уже 19-й почти. 19-й. И при этом сломано всего лишь 165, 170 блоков, а мне нужно всего 250. Инвентарь не забит, мне повезло. А вообще, нам бы с вами вот все эти руды уже наконец-то добыть, чтобы они мне просто глаза не мозолили, и их тоже можно будет переплавить еще. Кстати, у нас же с вами есть бревна, которые мы с вами можем переработать. Давайте хотя бы половину переделаем в древесный уголь, чтобы было немножечко получше, и уже тогда будет немножечко получше. Фух, 249 блоков, уже очень даже хорошо, конечно, идем. Можно было бы прямо сейчас улучшить Майнкрафт, но я пока что не хочу, я хочу срубить все эти деревья. У меня мания срубать все эти деревья. Жалко только то, что нам земля в очень таком плохом количестве падает. Сейчас у меня ее всего лишь сколько? 2 плюс 1, 3 плюс 5. 8 плюс 7, 15. Ну реально, маловато же. Не этого вообще ни на что не хватит. Нет, можно будет, конечно, маленький такой загончик пока что сделать, но, если честно, не хочется. Хочется сразу, чтобы все было хорошо у нас. Фух, ладно, последний блок. Ломаем. Поздравляю, ты улучшил Майнкрафт.
Ага, все стало еще лучше. Ё-моё. Знаете, эти текстуры выглядят так, как будто я на очень-очень старой версии Майнкрафта. Прям очень-очень старой. Возможно, даже на первой. Ё-моё, это реально выглядит очень-очень страшно. А вот на эти руды смотреть вообще очень-очень тяжело. Ладно, давайте тогда все забираем. Сейчас все переработаем. Все будет у нас с вами хорошо. Эх, только поставить бы где-нибудь это все. Во, теперь можно все это добыть. Не смотрите, я просто мисклик сделал. Фух, это было очень-очень долго. Так, железо мы с вами забираем, его мы с вами будем переплавлять. Так, уголь, давай дальше делайся. Где моя лопата? Лопата сюда и погнали дальше. Нужно... Ой, мне кажется, или мы с вами стали получать намного-намного больше опыта. Чё за фигня? Почему у нас с вами уже практически 30 уровень? Ё-моё. И у нас с вами места уже нету. Как же много у нас с вами ведер лавы. Так, давайте-ка мы, наверное, от них сейчас с вами избавимся, потому что они мне не нужны. Ведро воды вот только не выпадает. А, нет, ведро воды тоже выпадает. А давайте по одному экземпляру оставим и все. Но звук этого опыта, он реально немножечко меня успокаивает хотя бы. Даже как-то выглядит родным этот остров. Правда, теней как будто вообще нету. Теней, да, здесь вообще нету. Правда, меня сейчас один вопрос интересует. А куда мы вообще все изумруды-то будем девать-то, а? Вопрос такой вот появился у меня, интересный. Очень много яиц призыва, кстати, у меня уже, поэтому можно будет скоро ими воспользоваться. Главное не забыть про это. О, кстати, еще железо. А еще железо есть. Темного нету, 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 нету. Кстати, опять сундук уже заполнен. Походу, реально, скоро придется уже строить дом себе. Может, к концу этой серии? Не знаю. А может быть, к концу следующей? Не знаю. Все зависит от ваших лайков. Если мы наберем на этом видосе очень-очень много лайков, то следующая часть выйдет как можно скорее. Главное, чтобы вам просто понравилось и вы поставили лайк. Железо, блин, мало падает, мне это вообще не нравится, и надо наконец-то платформу нашу закончить уже. Ах, это опять булыжник теперь добывать еще. Да, было немножко булыжника, и у меня появилась идея, как можно обставить вообще наши загоны, чтобы при этом не потратить очень много земли, и чтобы наши мобы при этом могли кушать спокойно. В общем, я делаю здесь небольшой загон, просто выставляя блоки, а посередине я оставлю островок зеленоватости. Давайте так это назовем. Где у нас с вами будет дерн, трава и все. Могут здесь мобы спокойно отдыхать. Только вот для этого нам потребуется сейчас дерн, земля сама. Дерн ставим куда-нибудь вот сюда. Землю рядышком. Не хватило немного. Теперь остается только сделать загончик. Но для этого нам потребуются дубовые бревна. Хотя можно вообще любые использовать на самом деле. Вообще без разницы. Заборчик готов. Правда, мне его, скорее всего, не хватит. А то какую-то я реально огромную площадь взял. Блин, реально не хватает уже. Калитка готова, теперь давайте выбирать мобов, все-таки которых мы с вами там призовем. Это 100% коровы, курица, курица скорее всего, да, овечку тоже. Ну вот давайте этих троих пока что. Ё-моё. Ну и глаза у тебя. Ну и все. Хотя давайте все-таки еще и свинюшек добавим, почему бы и нет. Они тоже заслужили право на счастье. Все, у нас с вами все готово. Только теперь нам нужно с вами каким-то образом начать уже выращивать пшеницу. Что будет делать на самом деле довольно-таки проблематично. Потому что у нас с вами ничего нужного пока что вообще нету. Кстати, кирка у нас с вами практически сломалась. Благо железо хотя бы есть. Да, домик я походу сегодня реально не успею сделать, потому что еще и придется очень-очень много всего выращивать. А, кстати, саженец дуба. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Ну и все, отлично, можем дальше добывать один блок. Чего? Уже сломалось? Ё-моё, сколько опять всего ненужного. Ведро лавы? Не надо. Ведро воды? Ну блин, ладно, не надо. Хотя воду, наверное, стоило все-таки оставить. Потому что если нам все-таки повезет и наконец-то выпадет пшеница, то нам нужно будет с вами все где-то выращивать. И, кстати, земля тоже нам пригодится. Землю тоже. Сейчас тогда переработаем или обработаем. Можно было бы прямо сейчас заранее, кстати, подготовиться, потому что, мне кажется, это было бы очень-очень правильно с нашей стороны. Так, все, переработали. Обычная теперь земля. А тогда, кстати, было бы неплохо сделать еще и бесконечный источник воды. Ох, ё-моё. Ну ладно, можно, кстати, в принципе, прямо сейчас сделать, почему бы и нет. Что, в принципе, уже, кстати, готово. Всё. И тогда, наверное, прямо здесь недалеко как раз-таки и сделаем наши первые грядки. Так, главное все сейчас правильно рассчитать. Ага, кстати, здесь все правильно сделано. 2, 3, 4, 5, 6. Блин, одного не хватает. В общем, нам нужно будет с вами такой вот квадратик сделать площадью 7 на 7. И тогда мы сможем с вами спокойно все выращивать. Это просто вообще самая оптимальная форма, к которой я пришел во время игры в Майнкрафта. Это самое удобное. Посередине вода, все остальное выращивается. Замечательно. Кстати, а что-нибудь нам полезное вообще еще выпало? Ну нет, только дерн. И, ну это не то, что я вообще хотел.
Поздравляю, ты улучшил Майнкрафт. Слушайте, а Майнкрафт довольно-таки неплохо сейчас улучшился. Овечки, правда, как-то очень странно выглядят. Коровы пучеглазые. А, нет, свинюшки более пучеглазые. И теперь нам с вами нужно сломать целых 600 блоков для того, чтобы улучшить этот Майнкрафт. И, ё-моё, ну блин, это очень-очень много времени займет. Но Майнкрафт сейчас выглядит довольно-таки неплохо. Вот эти вот текстуры, они вроде как выглядят реалистично, а вроде как как-то под мультфильм как будто сделано. О, хвостики даже такие Г-образные. Делаем выводы. Но все, мы с вами делать дальше будем уже в следующей серии, и поэтому... Если вы хотите увидеть следующую серию, быстренько набирайте 1 миллиард лайков. Ну как-то многовато сказал. Ну да ладно. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, конечно, жмякните на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акаки. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр и всем покедова, ребят. То есть, всем пока!